клетчатка и похудение. Употребление пищевых волокон способствует восстановлению работоспособности желудочно-кишечного тракта. В результате чего нормализуется обмен веществ, а это прямой путь к похудению. Как понять, что нам не хватает клетчатки? Не хватает клетчатки в организме. Одним из первых симптомов, который может указывать на недостаточное потребление клетчатки, является расстройство желудка. Вы можете испытывать регулярное вздутие живота, запоры или другие желудочно-кишечные проблемы, а также отсутствие чувства насыщения. Ежедневно необходимо употреблять 25-30 грамм клетчатки. И вот сейчас я вам покажу продукты с высоким содержанием клетчатки. Посмотрите. Поставьте видео на паузу, запишите или сохраните себе видео. Это важно. Помимо всего этого, то, что перечислено, конечно, много клетчатки находится в овощах. Ну, например, просто ее гораздо меньше. Например, в огурцах и помидорах примерно 1 грамм клетчатки на 100 грамм. А в капусте до 4 грамм клетчатки. Теперь вы понимаете, насколько важна нам клетчатка. Будьте здоровы!